Скажите, пожалуйста, любите ли вы Сергеев Посад? Да. А за что любите? За его нормальные отношения. Хорошие, которые существуют здесь. Вот, допустим, я могу сказать спасибо нашим руководителям. За бульвар могу сказать спасибо. Еще кое-что они сделали спасибо. За первую, там, за ту улицу они сделали. Ну и в среднем выправляется, а то бордель кончается. Они шуршат, как говорят, законом пользуются. Ну, за то, что красивый город. Что-то все, наверное. Не знаю. А вы? Ну, наверное, тоже просто нравится тут жить. Ну, где кто родился, там пригодился. Вот за это мы любим. Ну, во-первых, за то, что это лавра. Есть много церквей, которые, в общем-то, восстанавливаются и восстановлены. Вот. И тихий, спокойный, и благоустраивают постоянно его. Вот посмотрели сейчас пешеходную зону церкви Петра и Павла. Ну и в центре, в общем-то, становится место, где можно отдохнуть. За красоту, за природу. И за людей, которые здесь живут. За лавру, конечно. За лавру, естественно. Потому что это главное, мне кажется, жемчужина вашего города. Я не из вашего города, вот. Но мне так кажется. Очень хороший город. Да? А что, да. Что нравится? Да все, в общем, нравится. И люди нравятся, и вообще, и архитектура, и все. Просто красивый город, спокойный. За тишину, потому что у нас охраняет Сергей Радонежский. Вот. Работаем в Москве, приезжаем сразу, вся усталость проходит. Вот сегодня праздник, идем в храм помолиться святому Николаю. Ну как, это мой родной город, как бы я здесь родилась, живу все это время. А так вот сам город, за что можно полюбить? Да за все. Тут люди, тут можно встретить разных людей, тут, ну тут вообще просто хорошо. Здесь можно отдохнуть. От всего, от всей суеты, то есть это... За культуру, за историю, конечно. Я тут родилась, но мы тут не жили, вот буквально месяц назад только переехали. А за что можно город полюбить? Как здесь красиво, здесь хорошо, уютно. Ну, я как туристка приехала в гости, очень мне нравится. А где побывали? Ну вот как раз вот хожу, пока мои, так сказать, родственники на работе, я вот гуляю первый день. А что запомнилось из увиденного? Ну вот проехалась на маршрутке, все красиво, вот лавра, конечно, прекрасная, это первое. Угу. Да, так что очень-очень даже красиво. За все, за то, что здесь я учусь, живу, работаю, все. Я не здешний, ты приехал. Мне понравился, да. А чем может город понравиться? Какие ваши впечатления? Ну, во-первых, садики там, ну, парки такие вот маленькие. Ну, вообще не понравится мне. Я был в 48-м году первый раз, а сейчас мне 80 лет. И мне сейчас раньше одна улица была, на Москву, да, проходила. А кругом там по краям деревяшки были. А сейчас он так разросся, это вообще вот. Ну, за то, что здесь очень красиво, всегда все украшают на всякие праздники. Mm-hmm. Потому что это мой город, родной.